часов 45 минут 15 июля 2021 года диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона города Анапа, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении по Пионерскому проспекту. К месту вызова направлены подразделения МЧС России. По прибытии было установлено, что горит. Происходит горение на площади 900 квадратных метров. 7 часов 34 минуты. Локализация возгорания на площади 900 квадратных метров. Работает одно звено газодымозащитной службы. Для ликвидации возгорания было подано 8 стволов дельта. 7 часов 52 минуты. Объявлена ликвидация открытого горения. На месте работают от РСЧС 52 человека личного состава и 16 единиц техники. От МЧС России привлечено 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Также на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Анапа по выяснению всех обстоятельств и причин возгорания.